Это капец. Ну и сейчас, если можно так назвать, будет мини-обзорчик этого замечательного, прекрасного уровня. В общем, если вы захотите проходить этот экстрим-демон в качестве хардеста, ни за что не проходите. Такая параша, нафиг. Я чуть просто не умер, пока это проходил. Я я долбал, меня сосали. Это ужасный а не демон. Вот давайте вот прямо сейчас я вам покажу, вот, что такого ужасного в этом уровне. Вот давайте вот пройдемся. Давайте, как пройти ultimate, The Ultimate Face? Давайте, покажу вам. Начало здесь очень простое, вместе вот с этим кораблем. В принципе, к нему очень легко привыкаешь и проходишь каждую попытку. И вот с этой форшки начинается говнище. Но пока что все равно все легко. И вот этот тайминг, это просто ужас. Я очень долго к этому таймингу привыкал. Знаете почему? Знаете в чем сложность? Если мы нажмем чуть позже, то произойдет вот это. Кубик просто не попадет вот на эту платформу. И нужно нажимать в самый ранний момент. В, оста в остальном этот дуал очень простой. И одно из самых даунских мест. Вот эта тарелка, потому что... Что? Потому что тарелка может заспавниться вот так вот снизу. И тебе приходится вот так вот выкликивать. Или она может появиться посередине, где нужно сделать только два клика. Короче, это место можно назвать рандомным. И чтобы его проходить, соответственно, нужна быстрая реакция. Вот это место тоже очень тупое, много раз в нем умирал. И вот эта волна просто очень бесит из-за вот этого залетика. Он казалось бы простой, но я в нем очень много умирал. Дальше вейв очень простой. Это место, в принципе, казалось бы сложное, но не особо. Я к нему привык. В принципе, даже можно сказать, оно кайфовое. И там, тадам, самое даунское место в уровне. Сейчас я прошел у попытки, потому что мне очень повезло. Тайминг, тайминг просто ужаснейший. Тут вы И вот этот самый даунский тайминг, вот эта сфера. Непонятно, как здесь нажимать. То раньше, то позже. Оно вообще по рандому срабатывает. Вот, сейчас сработало. Тут, в принципе, и вот эта вот часть, она просто это медиум демон нахера. Без рофлов. На этом дуале мне пришлось умереть один раз за все время. Вот настолько он простой. И начинается просто такая дичь вот этот кораблик. На этом месте используем прием качели, чтобы раскачаться на кораблик и попасть в тайминг. И вот это место просто дичь полная. Я здесь раз 10 сдох. И вот здесь очень сложный тайминг. Нужно, нужно зажать и отпустить вовремя. Вот так вот. Затем волна очень простая, в которой я умер, блин, три раза. Стыдно очень. И просто место, из-за которого я сейчас чуть не умер. Видите, я вылетел с нормальной гравитацией. А смотрите, сейчас я залетаю. И мы вылетаем перевернутые. Какого-то фига. Лично я привык проходить перевернутым. И того, что оно перевернется, я вообще этого не ожидал. Ну, я еле как там вылетел и смог справиться с управлением. здесь я умер на 96%, потому что Jumper Dash очень качественная, оптимизированная игра. И у меня просто здесь подлогнуло, и я сдох. Ну и концовка, в которой я вообще, если честно, ни хера не волновался, потому что меня этот не так задолбал, он из меня просто все эмоции высосал. Это просто ужас, это такая дичь, погнали считать попытки. Это просто ужас, 6031 попытка. Ё-моё, как же это было сложно. В общем, я прекрасно понимаю, что это старый мега коллап. И то, что тут такие погрешности в геймплее, это нормально. Но это просто такой ужас. Я не знаю, если сравнивать с Хайперсоником, что лучше? Я не могу точно сказать. Но я вас умоляю, если вы хотите пройти Extreme Demon просто по кайфу, по приколу, ни за что не проходите Ultimate Face. Честно, после полутора часов я уже был готов сдаться, выключить все нафиг, потому что меня это все заколебало. Но слава богу, что я еще остался поиграть. Спасибо тебе, Бог, Джем 3D. Еще один интересный факт, который я забыл упомянуть в видео. Мне было просто скучно сидеть играть в уровень и слушать одну и ту же музыку. Я решил подключить Bluetooth наушники к телефону и слушать там музыку, ну чтобы не было скучно. И именно на победную попытку они у меня разрядились и начали пищать. Вот прямо под самый конец, я там чуть не оглох. Если бы я там слился, я бы так заорал, честно. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. Спасибо огромное, что поддерживали меня на стриме, на котором я проходил этот самый уровень. Всем удачи, всем здоровья, всех благ, всем пока.